Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. Вопрос стоял об уплотнении. Вы один живете в 7 комнатах. Живу и работаю в 7 комнатах. И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку. Это неописуемо. Извините, профессор, но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой.